Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И сегодня мы с вами будем крутить рулетку, которая платная, но которая для нас бесплатная, ведь мы отыграли 5 часов на сервере, вот, целых 15 раз. По факту там 16, один плюс вам, типа, бонусом выйдет, вот. Если тебе интересно посмотреть, что же мне все-таки выпало, стоит ли здесь крутить или нет, стоит ли отыгрывать, и какие вообще фишки, лайфхаки, тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Значит так, недавно, ну как недавно, уже месяц, как Smotr добавила функцию, что ты можешь отыграть на сервере 5 часов, в скобочках можно отфкашить, за АФК не гикают, лайфхаки вам, пацаны, ловите, пока работает. И идти в казино крутануть рулетку, где тебе может выпасть как ничего, так и тачка, так и куча фишек, денег, шмоток и т.д. и т.п. В итоге я вот так заснял 15 раз и готов вам показать, так что смотрим. Рулетка одна за 5 часов. Крутим. Я надеюсь, нам хотя бы что-то выпадет. Главное, чтобы не ничего, пожалуйста, давай. Что-то адекватное. Выиграли еще одну прогрузку. Это было очень близко к 6 голдам и очень близко к ничего. Мне кажется, ладно, давай покрутим. Бля, это на сурлевка просто. А! Я походу это. Смотрите, я же раз крутанул рулетку, они написали крутани еще раз. И внизу появилось 50 тысяч фишек, которых я могу продать. Типа рисковать стоит и выбивать что-то такое, либо 50 тысяч фишек продать. Давайте фишки лучше продадим. 475. Пацаны, лайфхак. Полетело. Это лучше, чем крутить на Redbeer. Она жестче крутится. Давай что-то нормальное, пожалуйста. 6 голды. Ну, я бы не сказал, что прям кайф, но пойдет. Хотя перед этим, знаете, как обидно было, когда я просто стою, жду момента, чтобы прокрутить, и тут пацаны просто вот тут на росте стою, вижу, пацану выпало там 100 тысяч фишек, жду буквально там, ну, минут 5, чтобы прошло, чтобы пацанам там ничего, шмотки выпадали. И только хочу крутить, и пацан крутит, и ему выпадает. И так уже почти 2 часа. Это капец. Мистер Старк, тебе привет. А местный барыга, нажимаем Е, и у меня, блин, 89 за слиток. Что-то мало. Так, у меня главное везде убрать. Не, патроны иди нафиг. Я не хочу патроны. Я уже расслил это. 539 тысяч. Вчера забрали 400, сколько там, 75. И сегодня еще 539. Зашибись. Ну, конечно, эти слитки можно продать и позже. Но зачем? Мне и так пойдет. Надеюсь, хоть сейчас хотя бы что-то повезет. Даже те самые эти жетоны. Это лучше, чем ничего. Мне кажется, сегодня выпадет ничего. Не хочу это признать, но мне кажется. Еще спин. Так. После такого поворота событий, я не знаю, лучше крутить, потому что один раз пацан также ему выпал еще спин, и он прокрутил, ему выпало ничего. Стоит ли рисковать и крутить что-то? Хотя, мне кажется, вряд ли что-то выпадет. Или пойти просто обменять 50 тысяч на 475 тысяч. Мне кажется, лучше пойти обменять, пацаны. Поэтому я так и сделаю. Добро 50 тысяч фишек. Мы рады приветствовать вас в нашем заведении. Оп, все, изи. Лямчик почти, нормально. Крутим рулетку сегодня, 29 мая, бесплатную. И нам выпадет сейчас ничего, потому что передо мной забрал пацан 900 тысяч. 900 тысяч? Фига, нормально. По классике остается одна минута. Сегодня 31 мая, последний день весны. Как бы через там 7 минут наступит первый день лета. Просто не верится. Я не боюсь. И я надеюсь, мне что-то выпадет хорошее. Пожалуйста, в честь праздника выпадет что-то идеальное. Просто, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 6 слитков. Ну это, конечно, лучше, чем спин, лучше, чем 300 тысяч и лучше, чем ничего. Поэтому я их вот поеду, продам, ну, тысяч за сколько там, по 90, тысяч за 540, короче. Сегодня 2 июня, второй день лета, стыд ничего, передо мной пацаны выбили 100 тысяч фишек и 9 золотых слитков. Предыдущий раз был ничего, сектор.
Я надеюсь, сейчас что-то выпадет, пожалуйста. 6 золотых. Ну, блин. Кстати, было недалеко от еще спина, вообще очень далеко, и 300 тысяч. В принципе, я знал, что, типа, мне что-то хорошее не выпадет, потому что только что выпало и 9, и 100 тысяч. Ну, 6 слитков, типа. У меня еще предыдущие слитки, ну, да? Еще 6 осталось. Ну, короче, такое. Короче, пацаны, у меня есть 12 золотых слитков. Сливаем брыки по 90 тысяч. Можно было, конечно, подождать по 92 тысячи слить. Но пофиг, я буду сливать по 90. Выходит, ну, еще там по дороге нашел 5 металлома, 1 микрочип. И вышло у нас 1 миллион 93 240 рублей. Короче, пацаны, сегодня 3 июня. Вчера я не крутил из-за того, что не было времени. Сегодня максимально невезучий день для меня. И мы идем крутить рулетку. Интересно, что же нам выпадет? Давай F90, чтобы офигел. Конечно, этого никогда не будет. И мне сейчас выпадет просто ничего. Просто чекайте ничего. А, шмотку. Угу. Ну, можно сказать, нихрена не выпало. А шмотка что мне выпало? А как посмотреть? Я так понимаю, нужно на улицу выйти или что? Инвентарь здесь открыть не могу, окей. Выпал бы спин, либо 100 тысяч, 300 тысяч, мне выпала шмотка. Шмотка, конечно, вы можете сказать, может выпасть и дорогая, и дешевая, но я чувствую, выпало какое-то говно просто. Куртка кожаная. Угу. Заебись, отыграл, пацаны. Теперь в кожанке хожу. Короче, пацаны, крутим сегодня рулеточку, как бы 5 июня, офигеть, 5 день лета, 5 день, Карл. Давай, колесо фортуны, пожалуйста, только не кожанка, давай что-то по кредитам, либо по фишкам. Больше нам ничего не нужно. Пожалуйста. Еще спин. Пожалуй, пацаны, я остановлюсь. Скорее всего. Давайте вот посмотрим, что мне могло выпасть. Мне просто интересно, что мне могло выпасть. Еще спин. После такой фигни выпадает какая-то дичь. Мы рады приветствовать вас в нашем заведении. Чем я могу вам помочь? Все, кручу. Давай. Последний раз машину в этой серии, ладно. Давай. Давай, машину, реально. Выпадет машина, разыграю. Ладно, повезет. Повезет. Манал я больше крутить. Не-не-не, тоже не крутить. Меняем 50 тысяч. Вот сюда. И это выходит у нас 475 тысяч опять. Бомба. Лысый просто без очереди пришел, блядь, мои фишки забрал на. Отвечаю. 7 июня, не знаю какой там день. Я надеюсь, мне что-то выпадет. Заебись. Мне надо больше крутить. 50 тысяч фишек нормально. Сколько выпало? И спин выпал. А, 9 июня. Капец, сколько дней уже прошло. Крутим. И смотрим, что выпадет. Надеюсь, выпадет что-то годное. Надеюсь, выпадет что-то очень-очень-очень много чего-то. Пожалуйста. Эван, продашь? 3 слитки. Заебись. Это всего лишь там где-то около... Даже 300 тысяч не будет, это будет 280. Вообще, пофиг, крутим. 11 июня, да погнали. У меня сейчас 7 минут, у меня бесплатный какой-то. Можно подише, пожалуйста? Блять, шмотки нахуй нам не надо, блять. Пиздец. Я 3 раза подряд выигрывал. Залупа какую-то. Эх, футболка, заебись. А чё за футболка? Хьюго. Бля, желтая футболка, заебись. Просто мечтал. Теперь мое. Только что было 4 минуса, но не было ничего уже, ну, раз 10. Сейчас либо выпадает ничего, либо большой куш срываю. 300 тысяч. Охуеть. Вот это спасибо, папаша, за, бля, релон Логан 10 века 13 цвета, блин. Прокручиваю колесо и на изи добавляю себе просто в автопарк эту BMW M5 E60. Фу, бля, E60, F90. Конечно, этого не будет. Пожалуйста, нормально что-то. 300 тысяч, спасибо, блядь. Что вчера 300 тысяч, все сегодня 300 тысяч. Вот это повезло просто. А в принципе на этом все. Вот такой вот видос вышел. 2 главных лайфхака из этого видоса, это что можно просто АФКшить, и тебя за АФК не кикает, пацаны, работает пока что. Потом ХЗ, пофиксит или нет, вот. Если вам еще выпадает еще одна прокрутка, идите сразу сдавайте фишки.
Также напишите, что самое годное вы вылавливали на сервере из этой рулетки. Вот самое годное, что я вытащил из нее, это 900 тысяч. Возможно, кому-то выпала тачка. Напишите, будет очень интересно почитать. Также не забывайте про лайк и подписку, ведь это мне поможет в продвижении моего канала. Также не забывайте нажимать колокольчик, чтобы смотреть мои ролики всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.